как новая тактика полковника Катукова помогла ему победить Гудериана под Москвой. Суть новой тактики Михаила Катукова заключалась в следующем. Для танка выбиралось укрытие в виде сарая, здания или скирды из сена, причем таким образом, чтобы танк можно было в короткие сроки и незаметно для противника перемещать с места на место. Также в засаде выставлялись ложные танковые позиции, на подавление которых немецкие танкисты тратили драгоценное время и снаряды. Гейнц Гудериан, после того, как ему не удалось сходу взять Тулу, сетовал на успешные действия советских танков и особенно на их новую тактику. За подвиги в битве под Москвой 4-я танковая бригада под командованием полковника Катукова, 1-я в Красной армии, получила почетное звание гвардейской.